Войти в зону, расставиться и разочек потревожить Бонч Бруевича. Такой расклад сейчас у Гомеля. Мы видим Карабанов, передача, но вот борьбой тут пас, поэтому сложно что-то организовать. Карабанов, вот момент, нужно забрасывать, что и делает Гомель. 1-0 сегодняшнего матча. Потрясающая геометрия в этой атаке. Ну и команда Сергея Стасия. 15 секунд до появления Адельсенса. Вот смотрим Кудрявцев на дальнюю штангу. Ну и уантаймер шикарный. Конечно, здесь можно заряжать. Но вот решил качнуть здесь защитника. Опасный момент. Кривенко бросал. Но шайба очень здорово. Шайба по зоне ходит. Хорошее взаимопонимание. Классная химия. Из-за этого есть опасный момент. Ворот Бонч Бруевича. Шикарно. И 2-0. Брошейчик отличается. Прошивая голкипера Олимпа и второе большинство подряд сегодняшнего матча. Команда Сергея Стася реализует, делая счет 2-0. Классное начало от Гомеля. Хочется сказать, парни, продолжайте плотнее широкого опекать. Все-таки хоккеист довольно скоростной и быстрый. Ривенко бросок. И какой же сейф от Бонч от игры Гомеля. Латвийский хоккеист. И здесь бросок еще от Карабанова. Но все надежно от Бонч Бруевича. Не позволяет он Сикерину сыграть на пятаке. Но вот здесь потасовочка, понимаем, что накал. Он будет расти по ходу сегодняшнего поединка, учитывая, что Олимп уступает в счете. Большинство но моментов у владения Бонч Бруевича мы так и не увидели. Григоренко. Григоренко! Классно! Григоренко не сумел только шайбу в сетку ворот Бонч Бруевича отправить. Для матча накал будет только расти и градус будет увеличиваться. Здесь передача коньком! Ух ты! Вот так вот, 2-1 сейчас становится, Олимп подсокращается, первая вылазка, ну, передача, конечно, коньком, она шикарная на Редлихса, ну и позиционная ошибка, по сути, перегорода Олимпа, и удается ему это сделать, еще один пас, Бойко, нужно забрасывать, конечно, в таких ситуациях, от хоккеиста Олимпа, и удается ему это сделать, еще один пас, Бойко, нужно забрасывать, ориентировал Грищенко, поэтому вот так мощная шайба пролетела мимо правой стойки ворот Гомеля. Опять же, неплохое начало от Олимпа. Здесь Кудрявцев. Бросок и 3-1. Да, забрасывает Кудрявцев. Важная шайба. Я не ошибаюсь. Увидим повтор. Вот еще раз. Кудрявцев. Да, получите в 9. 3-1. Это третьей 20 минутки. Хорошая передача. Хороший выход из обороны. Бойко. Бросок блином. Здесь до конца поединка. Тем более, что Говин сейчас еще и шайбу забирает. И 2.45. Это... Ну, на самом деле, мало. Мало. Разводовский. Хорошая передача на Ковалева. Разводовский. Ковалев. Можно ставить точку Ковалева сейчас. Передача. Еще одна. Бросок заблокирован. Видим, как же это история. Это был Хузеев. Это был Хузеев. 12 номер. Сейчас он из шайбы. Хузеев на Воронова. Бросок. Вновь мимо ворот. Хузеев возвращает на пятак. Там где же шайба? И прижимает ее по итогу ко льду. Бонч Бруевич, ну вот она потасовка, там очень горячо на пятаке сейчас Бонч Бруевича, все хоккеисты Олимпа и Гомеля сейчас там, но вроде как успевают судьи, поэтому бросок вновь мимо ворот, Хузеев возвращает на пятак, там где же шайба и прижимает ее по итогу ко льду. Бонч Бруевич, ну вот она потасовка, там очень горячо на пятаке сейчас Бонч Бруевича, все хоккеисты Олимпа и Гомеля сейчас там, но...